я очень люблю роботов. И вот у меня представилась возможность такая собрать их самому. Пойдя на курсы программирования и робототехники, я научился многому. Например, подключать к плате Arduino какие-нибудь светодиоды, различные динамики, двигатели и многое-многое другое. Я раньше не умел паять, собирать микросхемы, разбираться в компьютерах. А когда я пошел в технику, я многому научился и теперь могу разбираться почти во всем. Ну, я раньше ничего не умел программировать. Однако я пришел сюда, я научился программировать. Роботы, после того, как я напишу программу, будто оживали. Благодаря моему другу Макару, он создавал схемы. Наш второй друг, он их припаивал, а я создавал программы. И после этого наши роботы становились живыми. Однако у нас летом здесь проводились курсы 3D-моделирования. Проводил нас их Илья Владимирович. Это очень круто. Мы научились моделировать здания, всякие предметы. Приглашаем на следующий, на курсы этим летом. И на будущий год на робототехнику. Здесь круто. Добрые учителя. И веселая компания. Всем пока. Аплодисменты.